Россию надо держать. И Украину поцелуй! Ваня! Стоять! Стой! Я надеюсь, стой! Мой сын получил от вас стой, все, я говорю! Делал. Россия! Ты попался, голубчик! С короной постоянно ходишь? Да, шапка моя. Ну снимай! Я же не Николай Второй, сам снимать. Ты пидорас или атеист? Атеист. Что ты здесь делаешь? Я фильм пришел посмотреть. Какой фильм ты пришел смотреть? Это самый ожидаемый фильм года Матильда. Ты что, не знаешь, что Николай Второй святой? Святые не могут заниматься сексом. Зачем ты сюда пришел? Я не знаю, чего вы на викинга-то не гнали? Там князь Владимир вообще, ну не только сексом занимается, он в наркотиках, в блевотине лежит, а вот для православия гораздо больше дел, чем Николай. Слышь, ты поговори. А как же, если ударили по одной щеке, подставь другую? Да это не про верующих. А про кого? Повернись. Ты где живешь? В России. Страна у нас какая? Верующая. А по документам? Светская. Так чё ты на Матильду-то припёрся? Это не я, правда. Просто бес селился в меня. Тогда пей. Что это? Вода. Обычная? Святая. Пей, я сказал. Почему ты не горишь? Почему? Дай хотя бы печать сатаны тебе бахну. Ага. Зачем ты пришел? Я хотел этот фильм посмотреть. Ты не критик и не обзорщик. Почему у меня, например, не возникает желания Матильду посмотреть? Ну, вы без просмотра фильма оскорбились. Французские булки свои раздвигал? Что? Любишь, когда они хрустят? Я не понимаю, правда. Так и зачем пришел? Ну вы такую шумиху подняли, как не прийти? А ты кто? Я учитель. Ах ты пидорас! Да ты хоть понимаешь, что это статья? 148 УК РФ. Ты в тюрячку загремишь за оскорбление чувств верующих. Да я не тот учитель, я это не снимал. Я учитель истории. Да поменьше бы вас, учителей, народу бы лучше жилось. Все бы веровали. Не перебивай! Поклонская заявила, что сам фильм виноват в том, что сжигают кинотеатры и машины причастных. Фильм «Матильда» провоцирует экстремизм. Ты согласен? Нет. Но если бы не фильм, ты бы тут сидел? Нет. Видишь? Вам не кажется, что заместитель председателя Госдумы по борьбе с коррупцией, человек, который должен следить за доходами депутатов, тратит свое время на какой-то фильм? Это бессмысленно. А что ты скажешь на то, что Николай Второй замироточил? Из какого места? Ты сейчас сам замироточишь. А если бы про тебя такое сняли? Фильм, в котором ты встречаешься с красивой девушкой до свадьбы. Тебе бы такое понравилось? Да. Почему? Ну, это так проще друзьям доказать, что я не девственник. Эко целый фильм сняли. Николаю Второму не нужен секс. Он Россию любит, и это взаимно. Как ты относишься к великому императору нашему Николаю Второму? Я не особо. Взять вот эти события, ходынки. После них серьезно никого не наказали, траура не было, а он продолжил торжество, хотя люди гибли. Вот ту силу французского посла. Или Цусиму взять. Или это, Распутин. Вроде православная страна, а не те обряды. Это ненормально. Это все заговор аметистов. Дальше что? Николай Второй в Великой Отечественной не участвовал? Какой фронт? Первый небесный. Поклонская заявила, что просмотр фильма «Матильда» — это грех, совершив который люди становятся сопричастными к осквернению православной веры. Ты понимаешь, что ты согрешил? Греха ж нет, если ты неверующий. Зато пиздюли есть! В Питере люди закидали премьеру «Матильды» дерьмом! Что ты на это скажешь? Клин клином вышибают. А фильм не понравился? На самом деле нет, он довольно унылый, и монтаж у него действительно плохой. И я так и не понял, на самом деле, для кого фильм снят. Вроде государственные деньги, а непонятно для кого. Ладно, оправдался. Целуй и уходишь. Отпустите, парни. Конечно. Но врать это грех. Но это ложь во спасение. Я вот не пойму, скажите, пожалуйста, Поклонская сравнила Ленина с Гитлером и сказала, что, ну, это ее мнение, это свобода слова, но при этом она же запрещает снимать фильм про отношения Николая Второго. Но Гитлер и Ленин же не православные. Но мы все люди, мы все равны. Ха-ха-ха-ха! На что бы ты пошел, чтобы это видео не попало в сеть? На Крым в 3D. Как тебе фильм? Я же говорю, не особо. Тема сиси, конечно же, раскрыта. Но в остальном, блин, это самый дорогой в истории России фильм. И непонятно, 25 миллионов долларов. Видимо, вот для этого и снимали. Фонд кино же там. Не тебе чужие деньги считать. Я думал, вы против Матильды. Я думал, ты про священников на дорогих иномарках.
В Бога веруешь? Нет. В Бога веруешь? Да. Мы вернули его к жизни. Аминь. Чтобы не быть таким, как я, ешьте плоть Иисуса. Пейте кровь его.